Здравствуйте. В эфире «Русский взгляд», в студии Иван Демидов. С праздником. Сегодня Троицын день, день прославления Пресвятой Троицы и памяти сошествия Святого Духа на апостолов. И вот в этот особый праздник Пятидесятницы, праздник Живоначальной Троицы, будем просить, чтобы Господь не лишил каждого из нас благодати Святого Духа, и чтобы эта благодать укрепляла, помогала, давала бы нам силы совершать наше служение во славу Божию, на благо Церкви Христовой, на благо нашего многострадального народа.